Так. Что я снимаю? Здесь не видно. Так. Привет, мои подписчики. Тут Жека попросил обзор сделать на свою камеру Sony Herd S200 VR, на которой я снимаю сейчас блоки. Так. Тут водонепроницаемый корпус, который погружает воду на 5 метров. Вы, кстати, короче, там на роликах некоторых видели, как я эксплуатирую ее насчет воды. Сейчас посмотрим, что тут. Блин. Так. Так вот она отстегивается. Так. 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 Видите? Так вот аккуратненько она вытаскивается. Нормальный чехолчик. Вот она, камера. Такая культурненькая, аккуратненькая. Такая. Так. Так. Тут мини-USB. Вон тут. То есть на любой Android подходит зарядка. Тут вон. Вставляется наушники, можно вставить, ой, микрофон ставить, кстати, не на все говорят, что есть микрофоны. Еще телевизионный или какой там кабель. Он закрывается. Вот она включается. Включается. Сразу якобы запись пошла. Так, надо как-то поближе сесть. Так, вот, засняли. Тут включается. Пауза. Потом сюда вставляешь. Лоб. Я, кстати, не все функции знаю. Так, разобрал. Вот это вот порт выключаешь. Даже вам все покажу. Видите? Выключился. Так, сейчас включу. Так. Кстати, вот тут на паузу ставите. Переключается сюда. Луп. Так, повер выключить. Там плей. Так. О, фото, фото. Нормально, кстати, при свете. Так, понял. Так. Кстати, я вот такую вот фигню сделал. У меня это нету защитной линзы. С пробки вырезал. Она хорошо вам подходит к этой. Так. Хорошо она, кстати, подходит. Вот так вот одеваешь. Так, первый раз, короче, обзор сейчас делаю, посмотрю, как там. Пойдет обзор делать. Ну вот, кстати, короче, снимаешь нормально. Я, кстати, ее использую, когда на зарядку ставлю, чтобы случайно не поцарапать экран. Потому что говорят, ой, то есть это объектив. Говорят, очень дорого, дорогой ремонт. Ну, наверное, 23-24 штуки стоит 25. Где по-разному. Вот пульт управления. Некоторые пульты управления, там есть специальная программа, вы можете на любой Android там чуть не замонтируется. Забрибабенить нахуй. Какое-то невысокое только. Там записать программу. Вот. Сейчас посмотрите, как это. Его пользование. Так. Включается. Вот, видите, работает. Так, вот.
Сейчас я включу камеру. Так, вот камеру. Посмотрите. Камеру видите? Вот, все показывает. Вон я. Типа. Вон, видите? Себя вот показываю. Ну все. Жека, привет там. Надеюсь, тебе понравился этот мини-обзор. Так, выключается камера. Так. Так. А, кстати, короче, я вам еще забыл показать, какие прибамбахи к нему подходят. Вот такая вот, короче, крепление клеится. На этот. Вот сюда, короче. Засовывается. Это на шлем, на каску. Летчик такой. На каску, короче, одевается, чтобы пикируя. На скейте, наверное, что-нибудь такое. Ну, у меня нету этого коня. Кстати, он мне не нужен. Кстати, меня не тянет к машинам. Я не знаю почему. Вообще, я даже не хочу. Ну, пассажирам можно поездить, а так нет. Вон еще одно такое защита. Это стандартное. Чтоб это без корпуса водяного делать. То есть снимать. Он закручивается. Так. Нет, она закручивается нормально. Это я. Все, вот, нормально легло. Можно ставить. Я откручиваю. Сюда заиграл. Блин! Надеюсь, они не авторские права. Так. А. Вот она вот так вот растягивается тут, снимается. И вот такая вот батареечка. Такая вот батареечка маленькая. Кстати, надо на Алиэкспрессе заказать. Мини-карта, но у меня карта на 64 гигабайта я взял, потому что я очень люблю снимать и фотографировать. Надеюсь, я правильно поставил. Кстати, короче, она почему-то ставится и так. Так обычно, когда карту памяти вставляешь, то она не показывает. А тут, то есть она не входит, а тут она входит туда-сюда. Вот закрылась. Прикольно. Не, вообще. А, кстати, мы не могли настроить этот будильник. Пришлось, короче, ехать в Эльдорадо. И мне там его настроить. Не получилось у меня. Так, ну, вот тут, вот, короче, документы всякие. Ладненько. Если вам понравилось, жмите класс. Не понравилось, можете этот дизлайк поставить. Как-то пишите любые комментарии. Все, с вами был ваш Серега Склеп. Все, удачи вам, пока. И самое главное, любите природу. Hey, go, hey,